Друзья, всем привет, с вами Яков. И у меня для вас есть небольшая информация по поводу грядущей Diablo Immortal. Ну что ж, дорогие друзья ждуны, появилась хоть какая-то информация. Но о ней компания Blizzard не совсем напрямую сообщила. Эта информация появилась в так называемом квартальном отчете Activision Blizzard. Если что, ссылку на этот отчет я помещу в описании под видео. Там вы можете прочитать информацию про многие игры, но нас интересует, ну, наверное, вас интересует, раз вы попали на этот ролик, именно Diablo Immortal. Так вот, здесь сказано, что сама компания Blizzard совместно с компанией NetEase планирует первый региональный тест, и это будет в середине 2020 года. Так что, дорогие друзья, где-то, ну, приблизительно к июню месяцу готовьте свободное место на ваших мобильных устройствах. Ну и вполне возможно, что у нас появится шанс как раз-таки потестировать Diablo Immortal. Вот такая вот информация имеется на текущий момент времени. Что вы не думаете, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!